Здравия желаю, уважаемые подписчики и пользователи. Один подписчик мне предложил сделать печку экономную на зиму из материнской платы, с процессора. Ну вот я взял процессор, старая плата, двуядерная. Процессор у него, значит, дуал-коры, 2,5 гигагерц. Так, блок питания. Давайте посмотрим, какой нагрев. Сейчас включим. Нагревается сильно, но тут, ребята, есть проблема. Вот, градусник ставим. Где-то до 50, до 60. Он доходит до 50, до 60 и выключается. Потом надо заново включать. То есть в биосе настроено отключение. Защита. А если отключить биоси, то сгорит нахер. Вот он вырубился опять, видите. То есть где-то 50, где-то 60 градусов дотронуться нельзя. То есть выключился, опять включаем. Через какое-то время. Чуть-чуть остынет. Ну и площадь греет сильно, но все время вырубает. Так что я не знаю, надо доработать. Сегодня первый раз пробую. Попробуем что-нибудь придумать, доработать. Вот сейчас он, сейчас надо, видите, запускать опять. Все, опять запустили. То есть постоянно запускать надо. Ну, честно сказать, мне этот вариант интересен, с одной стороны. То есть, первая проба, нагрев хороший, руки обжигает. Вот, видите, опять вырубился. И опять надо включать вручную, подождать, пока чуть остынет. То есть, он нагревается где-то до 60, как там в биосе прописано. То есть надо будет зайти в биос, может отключить эту. То есть поставить память сюда, подключить к экрану его. Вот. Подключить к экрану. Зайти в биос, попробовать отключить защиту от перегрева. И поставить, может, на реле. Да, можем испалить его. Вот он горячий, вот. Через пару минут. Можно на реле включать или кнопку сделать. Вот опять надо включать, видите, как постоянно включать. То есть пока эта идея хорошая, но пока сыроватая. Будем работать. Ну а так нагрев-то хороший. А трата еще не сказал. Давайте померим, какие затраты. Так, ноль 0,4 ампера, то есть сейчас помножим на 230, 0,4 помножим на 230, 92 ватта потребляет эта фигня, вот это вот. Ну, нагрев сильный. Площадь небольшая, правда. Ну, в принципе, будем смотреть. Особо-то я что-то как-то пока не понимаю эту идею. Может, кто-то подскажет. По-моему, с лампочками лучше.
А может и нет. То есть еще буду смотреть. В общем, расход 90-92. Нагревается до 60, где-то до 70, это процессор. Отдает сразу тепло. И все, и там защита стоит, останавливается. Защита по нагреву. То есть все время надо включать. Вот опять включил. Все время надо включать. Ну вот так. То есть первый опыт прошел. Попробуем что-нибудь изменить в этом. Большое спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде и обороне. И с наступающим Новым годом!